Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами Шустрила, Джек Шепард, Артём и я, Артур. Здорово всем. Привет. Всем привет. И сегодня мы начинаем мы начинаем играть в игру Star Wars The Old Republic, потому что нам давно хотелось что-то все вместе замутить. Моё мнение сразу по поводу этой игры, простите, я тебя перебью, она не очень. Так, давай, продолжай. Прошел час того момента, как ты ее не взлюбил, да? Я просто пытался запустить ее, и мой привет разработчикам, да. Но теперь пора смотреть на геймплей, вроде пока все симпатично. Ну, короче говоря, а у нас все окей, а нам норм. Сначала мы пройдем небольшие, то есть и сюжетные миссии, и несюжетные миссии за ситхов. Я-то уже играл в нее, то есть там кто-то помнит бойца Дармидонта за джедаев, там было круто. Но именно из-за того, что там в основном все упиралось в коллективные действия, поэтому там одному уже достаточно скоро пришло время, когда делать было нечего. А сейчас мы придем там покорять галактику, тем более со мной. Мы маги, да. Мы умеем. Два воина джедая, вот один инквизитор. Ой, ситы, вернее. Вот эти ребята. Так, ну и давайте, мы на Корибане находимся, то есть на древней планете ситов. Я, причем единственный местный, как видите, у меня раса сит. Со мной два забрака и один человек. А, нет, киборг. А, это этот. Киборг. Адам Джонсон. Я оскорбляю киборга. I never ask for this, да? Идите, пора. Так, ну и что, давайте пойдем разбираться. Понять хотя бы тематику. Пока четырех. Подождите, у нас сейчас группу создал Артём, да? Да. Поэтому он, наверное, этот выведет нас на какие-нибудь сюжетные квесты. На самое начало. На самое начало. Там стоит наш будущий на ближайшие, наверное, уровни 10-15. Я не знаю. Создатель. Кстати, почему говоря, вот будут тут всячески оскорблять. Вот тут стоял парень, сейчас его нет, свечение у меча. Я, конечно, рад, но туда только могут заходить ситх-инквизиторы. Нет, он просто в опции. В опции. Да, я в опции. И там вкладка Preferences. Я все равно не могу к тебе зайти. В Social. Поставь там Allow access to same class. Я так понимаю. Окей. Должен, по идее. Нет, нет, мы все равно не сможем в твои зайти. А ну тогда заходите через другой ход, по идее. То есть Артур к тебе сможет зайти, а... Артур, по идее, да. А, ну понятно. Смай. Ну, слава богу, хоть я смогу. У меня вообще все красно. Я вообще никуда зайти не могу. Как видите, у нас... Нет, я тоже не могу зайти. Я тоже не могу. Мы, видимо, уже вышли. Короче, все, уже вышли, и давайте... Тут нет пока сюжетных квестов, насколько я вижу. У меня никаких указателей туда нет. Тогда подождите, тогда постойте 4 секунды. Кто эти четыре утырка, которые взяли себе лампы дневного света вместо световых мечей? Ну вот у нас у всех хватит квест озвучить. Arm Yourself, ребят, и он вот тут прямо снизу, вон там чуть впереди, пойдем. Да, у меня квест все. Of Mind and Matter. And... Reclaiming the Valley у меня квест. Короче, у меня квест, как у Артема, я думаю, это пойти вон в ту усыпальницу. Навалять. Мне написано, ну, да. Вооружите себя. Да, и у меня прям нарисовано туда. Значит, да. Я вижу врага. Да. Атака. Чурики, вот это мой. Оставьте кусочек. Кстати говоря, Шустрил говорит, что, ну, то есть он, я не знаю, на него находит, то есть мозг выключается, он говорит, что световые шашки хуже огнестрела, поэтому, возможно, шашки к следующей порции серии, ну, да. Я просто сказал, что световые мечи – оружие слабаков. Ну, да, вот. То есть у человека мозг выключается, давайте припадки начинаются. Подождите, подождите. Сначала нужно, чтобы один из нас, он поговорил с этим, и я думаю... Это сайт-квест. Джойн. Начать разговор. Джойн конверсейшн, понятно. Я чуть не напал. Excuse me, Шестра. Простите, говорит, меня ученик. А я нажал Джойн конверсейшн, и ничего не происходит. Can I talk to you? Можно, говорит, я с тобой поговорю? Так. Поторопись. Это необходимо? А мы как-то заплатить будем играть, да? Ну, видимо, да. Короче, это что, так необходимо? Make it quick, Sergeant. Of course. You're the acolyte overseer Tremel had brought in special, right? Голосуем мы, я так понимаю, за вариант ответа всей группой. Она, походу, выиграл. Че, так, ну ладно. Третий пусть будет. Короче, он спрашивает у нас, типа, вы, говорит, идете туда, чтобы показать, что вы сильны. Here's your chance to not only show off for the overseers, but start building ties to the Imperial military as well. I'm here commanding a hard target mission
to exterminate claw slugs in this tomb. Он, в общем, заведует уничтожением этих тварей в гробницах. Да-да-да. I've lost three squads of good men fighting them. Три уже отряда потерял. They just... Слабаки. They'll swallow a man whole. И чё? Они как целиком людей чё? Захватывают. И чё? Ну и чё? Yes, sir. But the mission is in danger of failing. Sending more men isn't the answer. Я говорит, больше людей пошлю, лучше ты не станет. Нелогично. No way to wipe them out conventionally. So we started targeting their egg chambers. Короче, яйца их нужно разрушить. А мне написано, что we managed to get explosives to all of the egg chambers, but the claw slugs were all over us before we could detonate. Это вот эти вот. Почему должен я париться? Не, это нам от квеста отказаться будет тогда. Да, вы отказываться. Йо так, you sure this plan of yours will actually work? О, я сказал, бородач. I don't know. I have to hope so. Without breeding chambers, the claw slugs lose the numbers. Они, говорит, не смогут размножаться без этих своих. Don't underestimate those claw slugs, sir. А вот это прикольно сделано, коллективные разговоры. Я-то боялся, что с этим основные сложности будут. А так круто. Нормально. Вы закончили? Да. Хватит танцевать, поехали. Пойдем, давай, врываемся. Лерой Дженкинс. Минус один. Капец, просто размотали. Четыре уже так. Есть в шести. Сам, да уже пять есть. Отправляй тоже уже специальные задания, говорит, что типа их там слишком много, ты не сможешь победить. Бля, толпа врывается. Заколол. Лут, лут. А опыт как, всем начисляется? Да. А, да. Не, я вам просто сразу скажу, что это первое ММО вообще, в которое я играю. Я не особо поклонник этого жанра. Но я зато поклонник Звездных войн. Та ж фигня. Я, собственно, взялся за этот жанр только потому, что это Звездные войны. Другие ММО. Я играл на пиратском сервере в World of Warcraft. Аналогично был у меня такой опыт. Так, датапэд. Имперский агент, так, Короче, здесь наемники лутают эти подземелья. Разрешено применять, в общем-то, силу, да. Чтобы их размотать. А вон они уже, видишь, что-то поедет там. А там их кто-то бьет. Вы зацептили, да, это все то, что нам дало? Ну да. Да, 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 да. Хорошо. Смотрите, там какие-то два поцика. Слышь, давай морду напасных. Нет, не надо морду бить. Это же... Друзья, хотя так, вот они, это вот же они. Ситки. Это наемники. Вот они. Ребята, в атаку. Джим! Джим! Я думаю, шансов у них особо нет, да? Здесь уже просто как этот. Ой, я здорово. О, господи, сколько всего. Тут у меня надо мной какая-то полетала. Какая-то штука не летучая над тобой. Так, ну, так. Ну, в общем, нам сюда. Чтобы уничтожить это гнездо. Окей. Вы, зрители, особо да нет, можете не увидеть туда. То, что мы подбираем, потому что да, мы да. Автолут сделали. Потом будем разбираться. Угу. Кто там. Не, ну пока что это слишком живо, понимаешь. Ну я же говорил, что вчетвером будет весело. Это да. Поначалу очень легко, просто там, вот когда я играл за джедая, там было такие монстры, допустим. Артур, ты сносишь... четверок, нажми. Ну или что там у тебя, это спринт, там такой фиолетовый человечек снизу. Девяточка по умолчанию. Но да, я уже поменял на себе на четверочку. Короче, ты сносишь там по 100, по 200 хитпоинтов, а у врага там 20 тысяч. И вот этот уже начинается интересно. Да, там уже одному делать нечего абсолютно в таких местах. Там и тактика появится. Поэтому не думайте, что вот так вот мы все время будем бегать. Первая локация, она такая довольно... Прямо линейная, наверное. Посредственная, да. Скажем так. Взорвал? О, да, я заминил и хедшотал. Чуть-чуть стрелю, ногу не оторвал, да? Не норм. А мне, ну, он же киба. В общем-то, вот и весь квест. Очень-очень просто. Так, да. Ну, тут здесь еще есть куда идти? Допустим. Или больше в этой гробнице ничего нет? Не, ничего нету. Пошли, а вот рекламный артефакт с 3.0 нет, Тёма? У меня да, есть. Нужно три артефакта. Reclaiming the Valley, но они же не здесь показываются. Они, да, они на других, видимо. Окей. Судя по карте. Ой, надо спасти девушку. Вот эта вот, кстати, вот хрень, которая маленькая бегает, это у Джека Шепарда. Да, понятно, да. Почему только у него, конечно. Потому что он давно играет, у него аккаунт с момента старта. У меня был такой же, но я забыл к нему все ключи там и все прочее. Восстанавливать мне было лень. Ой, слушайте, тут... О, броня какая-то. Это моя. Нет, это моя. Взять. Кому досталось? Кому повезет?
Я так тактично промолчал. Тактично промолчал, отдел и ушел. Так, квест сдаем. Так, давайте, Артур жмякай. Давайте, да, дадим квест. Старт конверсейшн. Окей, вот здесь. Говно твои яйца. Я слышал взрыв. Так, ждем других членов группы. Очень ждем. Ботиночки. Ботиночки. Шикарно. Так, теперь как у нас инвентарь? А, инвентарь, буковка И, правая клавиша, одеть вещи. Да. Чё, ты титр не включил? Да, Артур, напомни мне, интерфейс где-то, Так, Все, я уже нашел, все нормально, спасибо. Какой ты резкий. Нам кто-то пишет на немецком. Так, здесь есть Basic Mad Pack, его поставьте на быстрый слот, временами может пригодиться. Если вы взяли его, конечно. А. Стрелы пишут. Гитлер капут. Мне даешь какую-то вещь, что она делает? Броня, но она подходит для твоего класса, по идее. Смотри. И здесь много вещей, которые этот для крафтинга там или чего-то подобного. Что дальше? Вот у этого хмыря можно уровень поднять. Так, давай я Порш Лайтинг улучшил. Вижу. Порш Черчилль улучшил, но... Что-то интересно будет делать мне. Так, ну все, выходим из этой локации в целом-то, да? Да. Ну да, убежали. Шип не переключается. Шепард, Блэк Сильвер, что-то такое. Вы, кстати, все выбрали третий тип тел, да? Потому что все здоровые такие. Да. И это стандартный такой, вполне нормальный богадач. А вы зря, кстати, богадач. Ребята. Да, а нам внутрь там дальше по пещере, что ли, бежать? Да. Я уже возвращаюсь. Как раз, чтобы эти три артефакта найти, нам вот я так и думаю. Пойдем. Мы будем их брать. А вон там еще какой-то балкон. Ну, короче, разберемся. Да. Так, пора пробовать новый. Добрый день. Ой. Ну-ка. А я-то, отлично, я... Нет, смотри, могу. Ой-ой-ой. Чувак, мы будем просто врываться. Мы теперь с тобой врывные, понял? Вот они, воины. Ага, подожди, я что-то не взял там. Отакеры. Воины. Это какое там в Diablo 3? Уходи отсюда! Ой, подожди. Подождите, ребята, не атакуйте меня. Где ты, кто? Нет, я все к вам бегу. Я там своровал то, что на трупе лежал. Тёма, я тебя прикрываю! Такая же хрень бегает маленькая. Ну, у джедаев, кстати, такая же фишка есть. Да. Да, у джедаев тоже. Я когда бегал за джедаев. Я, кстати, по классам вообще не помню. Тут, по-моему, будет возможность стать как Дарт Вейдер. То есть весь заменителем легких, заменителем глаз. Седать и в маске ходить. Ходить как осмайк. Отличный апгрейд. Вы тут что с ним бегает за лор? Вот это, в общем, херовина откроется у нас уровне на 10-м по квесту. Вот это вот я хочу за такого. Какой? Я врываюсь. Вот смотри, да ты просто жесть. А, понятно. У меня, когда я бегал за этого, был типа R2-D2. Должны врываться. Только Т7 какой-то. Да. Ну, Т7 это, скажем так, этой эпохи. А ну а потом девчонку дали. Да здесь я смотрю, сколько вот 2000 лет прошло, вообще ничего не изменилось. 3, по-моему, 3, если не ошибаюсь. За эти 2000 или 3000 лет. 3000 или 2000. Ну, после этих событий Knights of the Old Republic. Не, после событий Knights of the Old Republic 300 лет получилось. Там единственное, они клонов научились выращивать. О, пучка. То есть у нас уже научились, а у них отстало. А почему я бегу за каким-то левым мужиком? Думаю, что это вы. Так, стоп. Так, там сюда или налево, или... А здесь, смотри, тут... У меня только вот это зелененькое вот впереди, да. А у меня вообще все красное. Seed Warrior, Face... Вот это у тебя закрыто? А это... У меня все закрыто. Давайте разделимся, может, на время. Вы пойдете в свою, мы в свою. Подожди, Артур, попробуй туда зайти, мы сможем к вам зайти, или мы по своей? Да, синенькому. О, да, мы можем пойти. Вот другое дело. Вот, don't tell me. Вот это меня тоже беспокоило, но раз так хорошо... Ну, потом, в любом случае, пойдем в нашу с Джеком. Да, конечно. Ух ты, посмотри тут. Чё, ну, тренировочная площадочка какая-то получается. Акаига клоёт эти. Блин, пока что все такие в трико, такие. Мужчины в трико. Спектатор. Добро пожаловать, говорит, в моё место. Ты, говорит, здесь для испытаний, да? Научиться путям Сита. От старого пердуна или что-то вроде того. Из бомбы. И вернулся к своему хозяину, говорит, с моим благословлением.
Давай быстрее, я отвечаю. Да не волнуйся. Я, говорит, твое время не буду отнимать долго. Но пока я, когда я отвечу, должен пройти испытание крови. О, выживи. И я научу тебя тому, что ты должен знать. А, всему, что я знаю. Всему, что я знаю, да. И перебивай меня! Ой-ой-ой, что за испытание крови? Полными там уже. Ты видишь, да, у них какие костюмы? Да, шикарно. Шикарно. А ты такой араб. Ты такой лысый. Да, кстати, у нас все рабы приехали на эту колонию. Я говорю араб. Нет, я говорю раб. Ну, костюм такой похож на тарелку. О, посмотри. Джокер. Местный Джокер. Хочешь, я расскажу тебе, откуда у меня эти шрамы? Да. Однажды, ой, джедай. Ой, почему вы должны пытаться? Я беру вот этого, короче. Кому нужна война, ребят, вы чё? Дружба. Компьютер. Работать. Нет. Чё, вот зачем они нападали? Они все успокоились, нет? Вот, ребят. Ладно, я тоже подивлюсь, пожалуйста. Ой, я ни одного не ударил. Я что-то слупал. Никитов, я богат. Поначалу, я думаю, будет очень легко. Да, поначалу такой-то. Excellent. Отлично. Бывшие. Они, говорит, хотели получить второй шанс обучаться. А, они, то есть, вот как, да? Ты, говорит, доказал, что ты сильнее. Кровь стала свидетельством твоей победы. Но ты, говорит, все еще не сит. Мир — это ложь. Через гордость получишь силу, через силу — мощь, через мощь — победу, через победу сломаются мои цепи. Это код Сита. Прими его сердцем, и ты получишь силу крушить своих врагов. Ты понял? Да заткнись уже. Ты меня ничему научить не сможешь, старик. Тогда уходи. Вернись к Харкону. Используй свой страх, чтобы стать сильнее. But it is Lord Zash who determines where the blow will land. Я вообще просто слышал, что он говорит. Если вы не знаете уже ответа на этот вопрос, то вы не достойны быть ситом. Если тебя, говорит, волнует ответ на такие вопросы, ты, говорит, не достоин быть ситом. Теперь уходи. Слышь? Ну, в общем, я так понимаю, мы будем играть за всяких скотов, да? Ну, понятное дело. Ситхи все-таки, ё-моё. Это же, по-моему, прекрасно. Короче, лорд Харкон, это который нас вначале, по идее, встречал. А, в общем, он наш надзиратель. Угу. Вот. Зрители этого не видели просто. Да. А лорд Зэш, это получается... Так, теперь к нам, значит, да? Самое главное во всей этой Академии ситхов. Вы смогли зайти? Да, я смог. Да, прекрасно. Да. Мне, правда, предложили собственно создать. Опа! Ох, какой тут заходит киборг. I'm back. А у нас никого нету, никто не тренируется. Роботов все боятся. А, бум роботов. Сейчас шпагу все возьмет и пойдет. Киборги! А, вот какая шпага. Да, всех все за одного. И Д'Артаньян. Эй, говна! Канале! Канале! О, слышишь, нам дали шпагу. Не нам, а вам. Нам дали шпагу, а... Воинов как-то. Где враги? А, вот они. В гробах сидят. Вот эти вещи, которые has no use, но могут быть проданы. Блин, они, по-моему, больше часть инвентаря будут занимать. О, смотри, смотри. Пробори нам палец. Да, мы на одного и того же, блин. Ой, отлично. Ты спокойно. Пока мы подлетаем, он уже падает. Еще 6 штук дезактивируется, да. Ждём. Камон! Вон они. А, нет, тут не они. Ну, пошли, ладно. А, может, тут нет? Опа! А, вот, ага. Эти надо было пройти. Молниями их просто вообще уничтожает. А, вы же молниями стреляете? Ну, хорошо. У нас-то... Суровые. Нам положено, да, инквизиторы. Еще два на выходе, наверное.
Не видно, ну да, вот они точно. Я влетаю, нет, я не влетаю. Я влетаю, на. И я не влетаю. Стройку. Я слишком близко. Вот и все. Ну и вот второй сюжет. Ну и все, отлично. Сразу и то, и это, то есть мы полностью покажем сторону ситхов. И те задания, и эти. А мне почему-то пишут, что типа я могу обратно снова туда зайти. Почему? Ну я не знаю, не ходи. Ну теперь ты можешь. Это зачем нам нужно по второму разу все проходить? Мы же уже опыт свой получили. Я, по-моему, вот этот меч-то не взял как раз. А, ну да, ну тогда пойдем, да. Тогда ладно. Или взял. Окей. Будем. О боже. А у тебя, Артем, появилось задание? Репорт у мастер Харкин. Да, конечно. Это странно как. У нас, значит, на двоих это выполнилось задание. Да, у нас. А тут, ну, просто предмет нужно было получить. Может, ты его не взял как-то. Все, я теперь взял, и тебе на основе. Ну это быстро, какая хрен разница. Да, тут такое равой мы будем. Не с будем удара, если ты не пропащишь. Я опять никого не увидел. Я уже вижу, там кишки летят. Пойдем, пойдем вперед, там четверых сейчас сразу нагнем. Кама! Нет, это вот как именно, неудержимый вторых. Я добрее. А, от этого еще молнии по ним стреляете, они ничего не делают. То есть они в стане стоят, отдыхают. Ну да. Дальше там вообще воздух можно будет поднимать. Душить можно будет роботов? Вот, комплит бонус мишн Джек Шепард. Я прокачался 10 уровня, как, ну просто попробовал, в чем суть. Так, ну все, нам наверх, чтобы выполнить еще один второстепенный. Так, квест. Я пока туториал промотаю. Я их даже читать не буду. Все равно в комментариях потом люди напишут что-то как. Нам да вы неправильно играете. Найти три артефакта какие-то тут. Кстати говоря, вот это вот прохождение, в отличие от того же Диабло, будет более таким задростким. Мне и самому интересно разобраться как-то в местных скиллах. В этом суть. А там ММО. ММО. Мы будем true ММОшниками. Ты левел получил. Кто? Что у нас здесь? А, вот сюда надо. Хап! С одного удара. Так, подожди. Вещички лежат. Я помню, когда обычное прохождение было одиночное, когда я вещичку не брал, это вызывало страшнейший бугур. Гнев. Взял мою любимую вещичку. Отписываюсь. Я сказал. Дислайк и все. Я пошел. Здесь на самом деле вещички хорошие упадают, бывает. Так, ребята. А что это за коробки? Мы должны. А, это артефакт. А он тоже киборг. Давайте, коллектом, ребят. Я так понял, нам всем они засчитаются, да? Они каждый ой, меня глушанул ваш. Шустрило, ты так прыгаешь, ладно, что даже я тебя боюсь. По слому как-то, да, согласен. Так, коробочки, да, говорить. Давай, ну ладно. Так, а что мы коллекционируем? Артефакт. Кто-то хочет со мной поторговать? О, тут можно уже ящик, который открыт, все равно открывать. И ну нормально. Да, чтобы... Да они быстро этот, у них идет. Все, у меня готово. У меня еще один. Прабс. Успокойся, свой счетчик, прабс. Нужно возвращаться, по идее, назад к тому сержанту, который нам встретился на входе. Побежали. Так, больше дороги нет? Вот, и там заодно мы сможем прокачать чуть-чуть. Ну, третий уровень у всех уже? Ну да. Наверное, ну я не знаю, сможем или нет. А где здесь полоска прогресса? А вон она вся внизу, да? Внизу, да. За этих, за имперских агентов, Сарео со мной хочет торговать, я не хочу с тобой торговать. Может, ты хочешь мне хорошую вещь, конечно, дать? Ну да ладно. Короче, там вот именно планета, сгрязненная этими хаттами. Там мафия, вообще она такая красивая. Надо будет на нее слетать. Хотя нам уже по уровню будет смысла там особо нечего. Она, по-моему, как-то так и называется, Хац или как-то там. Я не помню, что. Но она офигительная, гораздо. Где побываем. Хотя Карибан, да, побываем везде. Короче говоря, Карибан тоже, по-моему, очень красивый. Карибан, да, это родная. Он чисто для этих, игравших в Knights of the Old Republic от этой же конторы. Прям бальзам на душу. Да. Я буквально в январе его перепрашивал, поэтому. Ну да. Тебе должно быть тут все знакомо. Для меня это первый этап Звездных войн вообще. Да ты вообще не перестаешь удивлять. У тебя огнестрел, там лазерные мечи для слабаков. Это странное высказывание. На пороге бреда. Я уже боюсь просто вспомнить про Operation Raccoon City. Raccoon City классная игра. И замороженный сок очень вкусный.
Ну да. Я, кстати, недавно купился, чуть не вывернуло. А вы заметили, что мы не можем бить мобов, которых бьет другой человек? Почему? Потому что они становятся для нас серыми. Ну, мы их можем бить, но нам опыт за них не дает. А мы тут не были, кстати, да? А мы вообще не были. Просто пробежаться. Вот же все бьют. А тут какие-нибудь есть, не знаю, космические щиты, чтобы одну руку типа космический лазерный меч, а во вторую руку космический лазерный меч. Капец, ты не в тот фильм попал. Не в ту вселенную. Простите. В общем, ну да, задание будет пересмотреть. Меня очень удивило, когда вот это дополнение, оно, кстати, уже вышло, его тоже обязательно надо будет пройти, оно как раз на 4, по-моему, рассчитано. Про зомби-апокалипсис в мире Звездных войн. Ну там на одной планете, в одной отдельно взятой колонии. Но потом оказалось, что это уже там давно во многих книгах фигурировало и в фильмах. Короче, зомби, оказывается. Мы разве туда вышли или нет? Нет. Академия Сигма. Куда ты нас ведешь, мы туда? А, так нет, карта показывает сюда, кстати. Не, ну это вот это вот сама Академия, где, собственно, ну, да, все ситхи. Просто... Нам можно в три стороны сейчас идти, и все будет нормально в любом случае. Я почему-то думал, что нам к этому сержанту или кто он там назад возвращается. Вот тут вот квест выполнить, по-моему, да, можно, да? Давай. Это вот такой значок-то это выполнить уже? Да, мочи. Вот он, join conversation. I have taken care of your problem. Я позаботился о твоей проблеме с мародерами. Ну тогда, значит, мои люди мертвы. Но ты нам большую услугу оказал. Это все. Ну, ладно. Так, могу я пойти? Вот тут как всегда зал. Но я думаю, будет наш вариант, так как нас больше. Или тут как-то... А, я должен тоже выбрать? Да. О. Yes, sir. Я так завершил свое испытание. Да, сэр. Далее. О, да. Плачь, да. Классный. Видишь, он и какой-то мидпак. Пошлите на космический корабль, посмотрим. О, почти, это групп мемберс и экспириенс. Не, ну просто посмотрите, какие виды в этой игре. Вон там висит огромный имперский корабль. Тут сколько планет-то, офигеть. И даже график вот этот вот, несмотря на то, что все такое мультяшно рисовано. Ну даже как-то все равно мешает. Очень, да. Так, я сейчас, короче, с ним поговорю, если что, вы ко мне не присоединяйтесь. Потому что я втыкал. Не, просто надо не нажимать join, ну, стартовать конверсацию, пока все не нажали. Не спешите, кто первый говорит. Все, когда нажмут, рейдят, тогда и жмите. Сейчас я быстренько проклацаю. И скол попить пока. Почему он стреляет через меня? Есть. Попить? Хватит через меня стрелять, я позову своих друзей, да? Stop it! Я пока пошел на корабль посмотрю. Ой, академия, такси Академии Ситх. Нормально. Подожди, там же таксист. Нам же продать можно, там же вендоры есть. Да, а нам где там? Да. Пойдемте, нам вот сюда надо пройти по квесту. Glorks Loggers. У вот всех. Кстати говоря, ребята, вот давайте мне там присылали другие игроки, которые играют через почту разнообразные хорошие предметы. Присылайте в этот раз. Я буду очень рад. Мы против не будем. Короче, было очень приятно. Летают на собственных звездолетах там каких-нибудь. Ну вот у меня лазер. Не, там просто броню присылали, люди сами делали ее, как-то учатся там на 20 уровне, по-моему, крафтить. Присылали, у меня персонаж был. Ну, вот именно. Вот этот новый тумб какой-то. Там сразу квест какой-то я видел. Не, ну вчетвером мы, я думаю, размотаем. Мы бегом осматриваться. Ты сейчас упадешь и стрелы, тебе придется далеко бежать. Так нам сюда надо. Так я на корабль иду посмотреть. А зачем нам тут квест? Ну офигенно. Вон оттуда вот мы появились, да. По-моему, логичное объяснение. Потому что я могу, да. Ты посмотри, ну. Вот отсюда прямо сейчас, по-моему, можно через Shuttle Door, то есть направиться. Ты не бери пока. Я просто посмотрел. Вам дает или нет? Что дает? Кто что дает? Нет, мы успеем сюда прийти, мы сейчас пока просто осваиваемся. Бонус 30. Отсюда придите, тут экспо получите немножко. Шикарно. Типа как новую локацию открываешь. Так, а Шустрила там, да, Шустрила все выполнил. Нет, он выполнил. Ты 4 из 6 убил. Прыгайте ко мне, у меня весело. Давай, 5 из 6. Да ладно, ты сам неплохо справляешься. Мы пока пил попьем. Так, ну ладно, давайте на самом деле спускаемся и посмотрим, что у нас там. Я, ну, в принципе, тут просто мобы первого уровня, и я их как-то уже отлупил. Мы уже все спрыгнули. Ну, давай. Вот, просто мобы первого уровня в этой игре, они респаунятся, по-моему, через каждые 15 секунд. Так что... Почему я не мог прыгать к нему? Можно тупо гриндл заниматься. Все выполнили, господа? Да. Да. Ну, осталось доложиться, да, короче, главному. Тут ты, ну, то есть Харкуну.
Это кто на меня сделал? Это в Академию Ситхов надо тогда идти. Это все на всех сделали. Именно там. Вон там мы начали. Короче, мы вам вступительный ролик не показывали, потому что, ну как бы это выглядело, мы еще не в одной пати было, и у каждого там свое в разнобой. И переводить, поэтому, я думаю, отнесутся с пониманием. Я не посмотрел свой любимый ролик. У кого там левел ап? У меня. 4-й левел. Даже это зверушки неведомы. Это же в нее, да? Это... Моя зверушка качается? Ну, у нее был значок, как у тебя. Дети, это так... же в нее Люк Скайуокер, когда да, замерзал на охоте, там кишки и выпустил, и... Нет. А, маленькая. У меня новая рубашка, прикольно. Ну. Да, вот эта маленькая, только почему она маленькая, я не могу понять. Ну, это, я думаю, она вырастет вместе с Джеком Шепардом. А потом мы спорим ей кишки и будем греться. Это да. Тут тупик, господа. Так. Ну, отлично. Там наверху шумит кто-то. Офигенная локация. Ой. Я уже хочу. Тут, по-моему, такие эпичные эти. Мы, кстати, будем, по-моему, 4 раза проходить эти квесты на получение сабли, потому что если получать предмет, каждому нужно по отдельности, как он у Джека Шепарда было. О, как. То вполне возможно. Но это будет, по крайней мере, очень легко, потому что когда я один проходил, я там со второго раза так прошел эту зверюгу. Кстати, а у меня еще и вот здесь какой-то квест показывает. А пойдемте а коротким путем. А тут разве тоже надо зверюгу быть? А мы же вроде внутрь должны вон там зайти. Да-да-да, мне же тоже кажется, что или внутрь тут подняться зайти. Все-таки. Или нет. Нет, ну я если не в академию. Я просто... Не, я в академию отсюда. Я тут был уже. Лифт, господа! Пока, брат. А, блин, отойти надо, он же. Это не лифт. Отходим, отходим! Это не лифт. Все, отели. Давай! Сделай это просыпайся, лифт. Boys band. Ситки придурки из космоса. Подожди, как это? From outer space. Артур! Как обычно. Артур! Подожди, дай я дам тебе сил. Ребята, сейчас все будет. Сейчас. Ребята, я заправляю этим лифтом. Все ко мне на пати. Вы знаете, что вы отстойно целуете? Настоящие пацаны целуют вот так. Ой, тут ее. Целуют. Танцуют. Вот так. Ой, блин, у меня он сам фейспалм уже показывает. Ладно, потанцуем потом. Это флекс? Точно флекс. Да, это флекс вот так. А что там у нас такое? Тут какие-то человеки-пауки валяются. Туда пойдем. Ладно, потом туда пойдем. Здесь лежат. У них костюм один в один просто. А здесь кто-то убит. Еще три. Три парня. Короче, вчетвером, я думаю, это будет проходить гораздо интереснее. Играть будет офигенно. Если бы еще все вообще разбирались в Звездных войнах, они тупо там огнестрелы, лучше сабли. Конечно, лучше. Лайтсейбер, лайтсейбер. Кстати, говорят, к этой штуке, по-моему, нужно подойти, чтобы потом она открылась в будущем. Да, давайте подойдем. Лазерстрел. Разблокируем ее. Все отлично. Да, я как миссию так разблокировать. Так, ну что, пошли в академию. А тут что, какая-то вторая? Да. А, нет, это почта. А здесь очень красиво, я помню, там внутри такой... Или это в Академии джедаев висел куб? Ну тут, нет, тут будет не куб, тут будет о, пирамида. Тут есть оверсир, поговорим с оверсиром? Да-да-да, давайте возьмем. Ну, давай. Вообще-то наш аркан, ну, давайте. You must be one of the slave acolytes. Это должно быть один из тех рабов. Понятно, говорит, почему Харкон от вас в ужасе. Но я думаю, одна и та же она говорит, да? Короче, все новенькие должны пройти изучение. О, блин, давай. Красиво, красиво. Вы там участвуете в разговоре, нет вообще? Ну да. У нас свой постадатель. Я флиртую с какой-то краснорожей девчонкой. Так. Скажи мне, почему ты не можешь... Женщины ситхов только уважают силу. Someone with a bit less pull, you mean? Not for all the credits in the конечно, world. Тренер в академии. You will find the instructors in the academy's archive. Если хочешь произвести новое впечатление, and try not to embarrass yourself. Слушай, мне кажется, она на меня запала. На меня, по-моему, я с ней общался. А, они с другой общаются. Я понял. У них своя получается квестовая. У нас этот атмосфера. А почему вам дали даму? Наши тренеры ждут. Не, ну она, конечно. Нас ждут тренеры. Как раз забирайте, такая нам такая не нужна. Джеки бой, погнали. Фу, побежали. А. Блин, коридор и кабинет, чтобы сделать просто прямую дорогу, нет. Нет. Отходи, вот. Шутите, шутите, машина. Смотри. Кто? Здесь где? Просто, где? На самом деле, гигантизм.
такой во всю. Обелиск. На потолок посмотрите, как высоко. Айзек. Айзек? Это что, обелиск? Я и говорю. Айзек. Джек? А вот ты где? Я тебя потерял. Так, у нас тут вообще получается есть два места, куда можно пойти. Здесь еще должны быть инструкторы. Нам налево наверх, а вам... Нет, нам не наверх, нам вниз. А можно и тем, и тем сходить. А, нам вниз даже. Да. Так, Артем, пойдем по нашим делам. Пускайте там глупые, грубые воины сами своим разбираются. Так, нам наверх нужно, да? Нет, нам надо не наверх, нам надо вот сюда. Пойдем. Так, вот, да, тут зелененькая, погнали. Что ты? Бумс. Шалка здесь как Diablo, нет, то есть нажимаешь карту и одновременно с этим она компонуется. А я опять же сюда не могу войти. У меня красная здесь. Попробуй. За мной войдешь? Угу. Походу, да. Ага, есть контакт. Отвали. Короче, вот в сюжетные можно входить вдвоем. Это офигительно. Да, это как радует. Минимум двое. The last one. Always the late comer. Как всегда, говорит, опаздываешь. Now we can see what the hermit thinks of you, slime. Понятно, почему тебя слизняком все называют. Step forward, please. Коре, говорит, шаг вперед. Yes, overseer. You are a смотрящий. Pathetic rogue. Ты слабая и жалкая. Like Spindrel can see this. Чик, ты лунатик. And that means... Это все значит... Сдохни. Хорош подход. Казалось бы. Мне нравится Сит уже. Да, Ситы. Это как новенький. Вот это вот настоящий Сит. Он, говорит, вас на части порвет, если что. Посмотрите на него. В мире, говорит, никаких связей. Чистая кровь. Джек, ты был сама с этого времени? Да, почему я не видел, как я на них наехал? Да, так они такие... Я его убью. We'll see how tough he is out in the tombs alone. With just me and my blood for company. Step this way, slave. I want to speak to you privately. Сюда, говорит, иди с тобой. The rest of you get out of here. You know your trials. You too, Fon. Spindrel awaits. Now, да, у меня нет... Что ты делаешь, отец? Теперь слушай меня. Я хотел бы получить свой меч, теперь мне нужно ждать... А я уже здесь 6 месяцев. У меня ничего не значит. Стрела. И ты не будешь... Ты слабый, и ты умрешь. Понятно? Да. Так. Да ты ничто. Это Эскала, моя дочь. Она одна из самых напугал меня? Да ты ничто. Ты не забывай. На ее пути. Лорд Зэш has requested a special trial for you, which... Лорд Зэш для тебя специальное испытание выбрал. Я перевожу просто. He will fill you in on the details. And most likely hasten your demise. Короче, Инквизитор Зин в тюрьмах. Новое испытание. Я пошел. I'll be there in but a moment. I don't want to see you again until you're back from the jails. Я не могу. That's all. Давай, скажи ему. Так, хорошо. Я уже его не найду. Получили какую-то новую кофточку. Я готов завершить его, жалко, это и новый уровень. А, опять же, вот здесь, посмотри. Над этим Харконом. Это мне с ним надо разговаривать или нет? Или ты квест взял, и я получаю... Ну, у тебя есть он fighting chance? Да, есть. Ну, значит, есть, все. Ага, ну, все, ну ты, может, не знаю, посмотрим. Если ты сейчас поговоришь, мы, может, по новый опыт получим. Ты просто через пробел промотай. Не могу с ним разговаривать. Тогда все. Я так понимаю, ты видел, да, у меня какая кофточка? Вещи какие-то надо было. Угу. А у тебя такая есть? Я не знаю. Нет, такой у меня. Сделайте что-нибудь. Ну-ка, давай выходи и попробуй сам. Я не могу там. Ага. Нет, я не могу сюда зайти. Потому что мы в одной... Именно защитный дар Бараса. Так, получается. И квест надо пойти. А у меня кофточка есть. Так, ладно, там еще один квест есть. Так, ну, я думаю, этих кофточек у нас еще будет миллион. Ну, кстати, вот как мы будем, смотрите. Пойдем освобождать Джека этих из тюрем людей. Такого вот балагана, который получается, по сути. То есть можно ходить сначала, допустим, все идут выполнять задания... Ну, допустим, инквизиторов, а потом... Да-да-да, мы сейчас просто разделились. Обречены. Потому что получается как-то... Лучше пришлите кого-нибудь почистить. То есть у людей там своя атмосфера. Я вообще не понял, вы куда убежали? Стрела сейчас только что, по-моему, всей этой... Всем ждам объявил, и сейчас пойдет всех убивать. Так, подожди, я... Харе без нас бегать, елки. А у меня, кстати, нету левелапа, почему? Ребят, вы тут? Конечно. Прикольно. В общем, мы все вместе. Давайте все вместе квесты выполнять, не разделяться. Давайте. Потому что у нас балаганица начинается. Согласен.
Так, я сейчас лучше вам дам квест, который нам дали, Шейер. Да нам не мне нужно, если ты его выполнишь, нам но... за него опыт дадут. Джаджер, что я здесь гость. Да, так что потом, это, тут сверху видно, видишь, шестрила, то есть это моя миссия. Да-да-да, это твоя миссия, но ты ее выполняешь мы все, то есть кто в твоей бригаде, получаем Ну, это опыт. Хорошо, ну да. тогда пойдем. Ну, пойдем. Миссия довольно-таки легкая, мне пойти и решить судьбу пару пленников, и я не буду оставлять там живых никого. Но хорошо. Сам прикол в том, что сейчас, по-моему, опять не надо будет идти туда. Ну, пропустим все диалоги, ты же все знаешь. Да, ты уже опыт получишь, зачем тебе по новой бригаде? Смотрите, какая-то... ездит какая-то штука. Я хочу ее. Крашт. Отдайте мне эту штуку. Вы ее не видите? Ты опять какие-то более утоляющие принимал. О чем он, да? Ладно. А вон она. Я тебе говорю. На самом деле ездит. Офигенно, это моя, понял. Я первый ее увидел. Идем за мной. Где вы, ребят? Так. А вы видели, да, какая у меня кофточка? Взял тоже. Молоток. Подождите, ребята, я вас потерял, я около обелиска стою. Я стою, жду на входе вас. Тут я и... Какая-то девчонка бегает. Так, а ну куда ладно. Бежать? На выход беги. Сатан. А на какой на выход? А мне на выход. Лёшечка ездит. Мне на выход. Куда пошли? Давайте за мной лучше. Это же мой чего квест. Чего это едет? Зачем я ну да, но твой квест, но ты же сказал, что ты на выходе. Нет. А нет, вот все это. Все, я тебя нашел. Да. Отлично. Пойдемте, все. Не бегаем больше за машинками, как это делал я. Хорошо. Еще одна машинка пробует! Ёкаламна, вы только посмотрите на нее. Да нет тут ничего. Блин, да вы что прикалываетесь? Он сканирует! Он сканирует. Иди на задание. Больше не отвлекаясь на всякие блестящие кусочки. Вот нам сюда. Подожди, это что такое? Можете мне пройти? Мы идем. Можем. Пройдите, там составонька. Да. Тюремушка. Я спектатор. А меня тыркает. Двигаться не могу. One more chirp from you, little bird, and you'll regret it. Да, чирп. Классно. Она похожа у тебя в этом будет. А, придурок. Чирп. Если тебе не нравится, просто скажи. If you don't like that, just say so. I can do other animals too. Dire cat, frog dog, quaking monkey lizard. You name it. Я типа тюремщик, знаешь. Я тут заряжаю. Таркет, поздравляю. Тюремщик. Марк Лизард. Так, ну что? Тихо. Я польщен. That's good to hear. I want to do well. Я хочу хорошо. You should know this situation is highly unusual. Normally an acolyte goes off well for the interrogation. Overseer Tremel at these three shipped in for you. Короче, для Короче, тебе выделили трех этих заключенных, можешь их допросить, а потом можешь казнить или с собой забрать. Ты будешь типа этим заниматься. Мне кажется, сейчас через 3 секунды... Прольется кровь! Show me to these soon to be dead low lives. Кровь прольется просто рекой. This one on the left. Давай начнем. Первая, слева. Вы придурки, ничего не злится. Ругается. Непереводимая игра слов. Ты хочешь умереть? Let me make this plain as day. If you don't cooperate... Не будешь, говорит, сотрудничать, я тебя убью. Они боятся тебя. To the last. As I was saying, she was sent to kill an imperial spy in the Yavin system. Она была послана убить имперского шпиона в системе Явина. She was hired anonymously. Get it through your damn head. I had no idea he was imperial, and I don't know who hired him. Я не знал, что он имперец. Я говорю, даже не знаю, кто меня нанял. Ага. Прикинь. Так, you have no ties to the enemy. Where your remorse? Tell me about the... Расскажи мне про убийство. Regale me with the details of your operation. What was your chosen такой шкаф. Ты хочешь сотрудничать? Я бы не убивал. Я была поймана до того, как смогла это сделать. She doesn't deny the charge. So now you must decide. Execution or trial by combat. Короче, убить ее или испытание боем. The Empire needs assassin. She deserves to die. I'll kill her when she's... Заслуживает смерти. Я убью ее. Удачи. Just get it over with. Давай уже покончи с этим. Отойдем. Я даже так умею! Вау, я крутой! А где кровь? Сука! Черт возьми, я... Не шипти, You are terminated. She faced her death well. Хорошо, она говорит, со смертью справилась. Да, встретила смерть, хорошо. Эпити, like them broken.
Я не знаю, что выбрать. Я, ну, умерла она храбро. I admire her for that. Я, говорит, отдаю ей... Ну, в смысле... Я твой брат Сит. Я, говорит, Сит, пощади меня. Дай мне, говорит, испытание боя. Умоляю. Умоляю тебя. Заткнись. Я червь какой-то. Артур, да, не убивай меня. Pipe down, scum. You will speak when spoken. Заткнись. Мусор. Говоришь, когда тебе разрешат. Once a valued Sith champion. Until he botched an important mission and caused a thousand imperial deaths. Очень важную миссию. I served faithfully for 24 years. 24 года служил. Потом прокололся. Его выкинули. Ну как обычно. Теперь я остался здесь гнить. Дай мне почувствовать вес оружия снова. Дайте ему меч. А испытание боем это мне его надо будет убивать или? Я не знаю. Да замесим всей толпой. Okay. I don't do charity work. Feel the weight of a weapon. Я не занимаюсь благотворительностью. Почувствуй вес оружия в своей глотке. Да, я... Слушайте, ну я просто расту с каждой секундой в своих глазах. Я не знал, что я так учу. Ооо! Брутален. Просто да, отлично. Thank you. Да на здоровье. Рад старому. Больше, говорит, не придется на его лицо смотреть. Печальное. Ты не говори, пожалуйста, ничего. Won't have to look at yours either, jailer. Третий остался, да? Well, this last prisoner's a bit of a puzzle. Это та, которая... He's called Brick. He's a jittery little wretch. Suspected of supplying forged documents to Republic agents. Strangely enough, he maintains his innocence, despite being severely tortured. Даже джедаи не справятся с нашими дроидиками. Жители. Потому что я невиновен, верьте мне, должны, я ничего не имею... Ну, я типа ничего не делал с бумагами там. Подстава, это все подстава. Слабак, да, сразу видно. Мочим. Мочи. Да тут, мне кажется, у всех три. А давай, вот его интересно будет. И не преступник. На испытание для боя. Наки оя макмак. Небага и мана. Наки ная. Била макнам уня каналерик. Короче, я ни в чем не виновата. Ну да, это понятно. He's never wavered from that line, and the evidence is circumstantial. I suppose. На него все указывает. Возможно, говорит, он этого и не делал. Что говорит ты? Set him free, оставить его в цепях или bleed him until he relents? Что такое relents? Дать ему в лицо, выбери. Ну ладно, пусть кровоточит. I don't care if he's innocent or not. Torture him enough and he'll confess. Да меня не волнует, Герц. Суровый киборг. Это несчастный. Shut up, you fidgety fool. The decision's been made. Well, that's that. You're an interesting one, kid. I can see what people are keeping tabs on you. Head back to Overseer Tremel. See what he thinks of your choices. Посмотрим, так, что он скажет о твоих. Это задание было достаточно таким... О, ребята! Тут много хороших заданий. Да. Ну что, пойдем? Мое закончено. Мне все равно надо потом все заново проходить. Я не знаю, почему. Ну, просто мы же уже знаем диалоги. Ты опыт уже получил, поэтому какая разница? Да. Главное, опыт же. Один раз выполнили достаточно. Так, ну что, теперь идем куда? Не, я в том смысле, что мне сдастся, не засчитывается. Мне сдастся получить всем на опыт, давайте за мной, ага. Господа. А потом пойдем на ваши. Ага. Так, подожди, Джек Шепард у нас там. У меня опыт не засчитывается, мне надо все это снова делать. Мне его тоже сейчас не дали, нужно сдать квест, потом тут опыт. Ну, у меня даже этого квеста нету. Мне все равно остается вот здесь метка, что я должен со всеми с ним поговорить. Так, ребятки, пока Джек Шепард там занимается своим, пойдемте ко мне с моим квестом. Я только за. Все, я. Так, а подожди, у меня вот тут ходит. Что это? Инквизитор Зин. Ой, мы все... Зина. Acolyte, Инквизитор Зина. You've arrived. And not a moment too soon. Ты, говорит, опять опоздал. Приперся. Дал мне, говорит, точное указание. Ты был выращен как раб. И ты умеешь контролировать других. Для таких, как ты, у меня есть испытание. О, Артур, я тебя завидую. Он, говорит, твоей жертвой будет. Он будет твоей жертвой. Отлично! Офигеть. This sounds like it could be fun. Будет весело. Not an idle diversion, acolyte. A short while ago, there was what we call an unauthorized murder here. Неразрешенное убийство было в академии. A rivalry among apprentices resulted in death. Допроси его. Скажи, говорит, кто
committed это... Убийство. Ну, преступление. Совершил или да, его, типа, совершил уговорил? Совершил это преступление? Tell me you... Нет, committed это, по-моему, кто... Заставь его сказать тебе, кто совершил это преступление любой ценой. Любой ценой, да. Я буду этим наслаждаться. This may get a little loud. Thank you for the warning, but I prefer to cherish every scream. Но я, говорит, предпочту слышать каждый его крик. Он поблагодарил. Да он такой же маньячина. Иди сюда, дружок. Видел, какая у меня, какая у меня курточка? I don't know anything. Я чуть стал. Я, говорит, на все готов. Scream, weakling. Кричи. Это не обязательно переводить. Не делай это. Я все что угодно сделаю. Заткнись! Я же говорю, во как просто, видишь? Он убьет меня, заговорил. Убийца — это ученик по имени Эссор Кейн. Или он убьет меня. Ты должен меня защитить, или он убьет меня. И чё? Не моя проблема. Как всегда, да? Ничья проблема. Пока не получишь световой шашкой в лоб. Возможно, меня быстро убьет. Вот и все, видите, а вы там полчаса мучили, убивали что-то. Так, ну что, ребята, время как там у нас на эту серию? Все? У нас 51 минута. Ну, да, в принципе. Можно. Подожди, Артём, а ты получил эту миссию? Там, там синенький этот значок, по-моему, ты еще должен тоже поговорить. Чек, это умеешь? Так. Подожди, ну, по идее, должен был. Конечно, я у меня написано, speak to the... Это вот так. Sith Inquisitor. Я мир достану. Ну, короче, это вы все равно увидели, и поэтому, если что, он между сериями сейчас это сделает, а мы увидимся, наверное, в следующей, с почином нас с новым прохождением. Это, судя по всему, будет очень весело и круто. Всем пока, это отшустрил, да. Приятно было начать. Ребята, попрощайтесь. Да, всем пока. Увидимся в следующей серии. Кстати, ну ладно, всего хорошего. Пока-пока.